Дорогие пасторы, за моей спиной очень важное, знаковое место для иудейско-христианского диалога в России – Московская синагога на Поклонной горе. Именно здесь, 27 января 2010 года, была произнесена молитва покаяния лидеров евангельских общин России перед раввинами и лидерами еврейских общин и организаций за исторический антисемитизм церкви. И это место стало началом, рождением иудейско-христианского диалога. И это то, во что выливается сегодня новый проект «Всероссийские молитвенные марафоны иудейско-христианского диалога в России». Мы верим, что из малого Господь хочет сделать великое. И поэтому я всех вас призываю, присоединяйтесь к этим марафонам и поддержите первый марафон 30 января 2020 года. Более 230 евангельских общин различной конфессиональной принадлежности из 90 городов и поселков России уже согласились присоединиться к марафонам. 30 января 2020 года состоится первый всероссийский молитвенный марафон, приуроченный к Международному дню памяти жертв Холокоста. В 19:00 по местному времени начнутся молитвенные служения в общинах, расположенных в самых отдаленных регионах России – Командорские острова, Чукотка и Камчатка. Далее молитва начнет свое движение по часовым поясам и закончится в Калининграде. 30 января с 9:30 до 21:30 будет осуществляться трансляция молитвенного марафона через интернет. Она будет включать в себя прямые трансляции с молитвенных служений, интервью с лидерами еврейских общин и организаций и с пасторами евангельских христианских общин, а также различную информацию из регионов. Каждый христианин России и не только России сможет присоединиться к молитвенному марафону через его трансляцию на сайте marafon.zofsiona.ru. Если ты пастор и желаешь, чтобы твоя община присоединилась к ежегодным всероссийским молитвенным марафонам иудейско-христианского диалога в России, ты можешь связаться с их организаторами, позвонив им или написав на e-mail. Благословлен благословляющий Израиля!